Более 150 лет ульяновские волонтеры Красного Креста помогают людям в трудных жизненных ситуациях. Они, как никто другие, знают, как сплачивает горе. В организации они все друг для друга как родственники, а их новый офис – дом. Скажем так, да, мы давно о нем мечтали, на самом деле. Нам было очень тесно Гагарин один. Но при поддержке все-таки правительства Ульяновской области, Российского Красного Креста, сейчас вот мы стали вот обладателями такого, можно сказать, МФЦ Красного Креста. Здесь у нас все специалисты работают, здесь можно обратиться в любое время. Можно прийти партнерам, можно прийти друзьям, можно прийти просто в гости. 1200 квадратных метров организация «Российский Красный Крест» превратила в многофункциональный центр. Теперь здесь большой учебный корпус, где студенты, переселенцы, пенсионеры могут освоить любую из 12 предложенных профессий. Здесь можно получить не только профессиональные, но и жизненно необходимые навыки. Например, узнать, как правильно оказывать первую помощь. В новом здании Наурицкого 41 проводят бесплатное тестирование на ВИЧ, в том числе и анонимное. А также развеивают мифы и рассказывают о профилактике болезни. Но самое важное для организации – это появление большого склада. А вы видели, у нас там теперь большие гуманитарные склады. То есть нам теперь стало больше возможности принимать гуманитарный груз. Там, конечно, в центре мы тоже его принимали максимально. Бывало так, что мы даже снимали помещение для гуманитарного груза. Теперь у нас есть свои огромные площади, куда мы можем разгружать этот груз и просто потом раздавать людям. Миссия Российского Красного Креста – помочь нуждающимся, защитить обездоленных. За 2023 год организация помогла более 43 тысячам человек. В Ульяновском региональном отделении реализуются все федеральные направления Российского Красного Креста. У нас их 5. Это и направление по первой помощи. Например, в прошлом году было обучено более 10 тысяч школьников и студентов по первой помощи. Такие же планы и в этом году. В Ульяновской области работает на базе регионального отделения учебный центр, который обучает сиделок, социальных работников, младших медицинских сестер. Такая деятельность ведется по всей стране. Но в Ульяновской области она велась еще и до того, как мы масштабировали эти программы по всей стране. Поэтому можно сказать, что Ульяновская область и наше региональное отделение здесь является таким определенным законодателем мод в гуманитарной работе. Отделение Российского Красного Креста есть в 8 районах Ульяновской области. В данный момент в региональном отделении более 100 тысяч участников. Стать добровольцем или пожертвовать Красному Кресту может любой желающий. Светлана Карпухина, Олег Тоньшин, Улправда ТВ.